Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Сегодня по случаю посвящения прочитаем стих из Шримад Бхагаватам из 4 песни, глава 31, текст 10. Ким джанма бисти бирвеха шопасвитрам ягейка кармам бирва траня прахтай пумсо ги вибутхайша. Период стиха. Цивилизованный человек рождается три раза. Первое рождение от чистых отца и матери называется рождением из семени. Во второй раз человек рождается, когда получает посвящение духовного учителя. Это рождение называется витри. А третье рождение, называемое ягикой, происходит, когда человек получает возможность поклоняться Господу Вишну. Но даже если человек пройдет через все эти рождения и будет наделен долголетием полубогов, вся его жизнь будет напрасной тратой времени, если он не служит Господу. И точно так же, если деятельность человека, мирская или духовная, не направлена на удовлетворение Господа, она является бесполезной. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шокра джанма значит рождение из семени. Так рождаются не только люди, но и животные. Однако человек, выполняя указания вед, может очистить шаукраджанму. Перед рождением, то есть перед тем, как отец соединится с матерью, необходимо провести обряд, который называется Гарбхадхана Самскарой. Особенно важно, чтобы этот обряд совершали представители высших каст и прежде всего браманы. В шастрах сказано, что если представители высших каст не проводят Гарбхадхана Самскары, все члены их семьи становятся шудрами. Говорится также, что сейчас век Кали каждый является шудрой, поскольку никто не совершает Гарбхадхана Самскары. Таковы законы ведической цивилизации. Впрочем, согласно принципам Панчаратрики, несмотря на то, что в Кали-югу из-за отсутствия Гарбхадхана Самскары все рождаются шудрами, тем, у кого есть хотя бы небольшое желание обрести сознание Кришны, нужно дать возможность подняться на трансцендентный уровень преданного служения. Это часть комментариев, пока остановимся здесь. То есть здесь описывается в этом стихе, что человек рождается трижды в цивилизованном обществе. И первое рождение, оно биологическое. Но не совсем так. Не совсем так, потому что человек, прежде чем родить другого человека, он проходит определенный обряд очищения, он настраивается на воспроизведение потомства хорошего. Животные не имеют такой настройки, такого настроения. Не могут получить такой информации или знания в сердце. Это Гарбхадхана Самскара, то есть специально проводятся обряды, чтобы человек получил должное впечатление перед тем, как иметь детей. Это называется рождение от чистых отца и матери. Это особенно важно для тех, кто лежит к высшим сословиям общества, руководящий класс, интеллектуальный класс людей. И если человек не проводит таких самскар, очистительных церемоний, то все рождаются шудрами, описывается в этом. Они рождаются в уже низком сознании. То есть мы это называем варна-сан-санкара. То есть они не очень желанные дети, потому что это трудные люди. Они конфликтные, не знают, как жить в мире, как общаться, как выполнять свои обязанности. Они постоянно на что-то жалуются. Они рождаются слабыми, очень слабыми. И поэтому такие обряды необходимы от чистого отца и матери. Но здесь Прабхупад сразу говорит, что век Кали все шудры. И все же правила Панчаратрики говорят, что можно очистить даже плохое рождение. То есть мы не имеем хорошего рождения, но все же мы можем получить посвящение. Первое посвящение, второе посвящение. Здесь описывается это. Дается пример из Хари Бхакти Виласы. Санатана Госвами говорит, соединяя колокольную бронзу с ртутью, можно превратить ее в золото. Точно так же любого, даже не золотого
человека можно превратить в виджу, брамана, дав ему духовное посвящение. То есть все же необходимое посвящение человеку, чтобы очистить свое сознание с этой целью. То есть смысл знания заключается в том, чтобы отличить материю и дух. Это не так просто, как кажется, это не делается при помощи философских упражнений. Это необходимо ощутить, осмыслить в собственной жизни и применить это знание. Как же действовать как душа? То есть я действую как материальное тело согласно законам рождения. Если человек получает очищение, то его больше не привлекает чувственное наслаждение. Эти желания ослабевают. Дикша означает отрезать материальную привязанность. И вот это естественное состояние чистого человека, что его не увлекут какие-то порочные действия или вкусы порочные, не привлекают. Он испытывает некое отвращение, как бы, данное ему природой. Для этого необходимо отвращение, чтобы уберечь разум от деградации, чтобы не принимать какие-то плохие вещи. Отвращение может быть физическим, нравственным, духовным качеством также. Например, когда человек вспоминает о чувственных наслаждениях, он возбуждается, он, у него проявляются эти желания, пробуждаются. Но в Шриму начале, когда я вспоминаю о чувственных наслаждениях, о движении женщины, я чувствую отвращение к этому, к самому себе. Таким образом мысли, таким образом желаний. Отвращение защищает разум. И таким образом это вырабатывается постепенно, вот как говорится, можно взять бронзу, то есть колокольную медь, бронза и ртуть, смешать, здесь процесс будет золото. То есть можно превратить, как бы трансформировать. Но рождение также имеет значение. Мы должны помнить об этом всю жизнь. Прабхупада говорил об этом, что вы родились и жили как млечки. Теперь принимаете посвящение. Это означает обеты. Обеты. И если вы не будете соблюдать обеты, вы снова вернетесь к жизни млеч. Рождение снова вас вернет на тот самый момент. То есть рождение имеет силу. Поэтому в нашем с вами случае нам придется преодолевать трудности в течение всей жизни, обеты на всю жизнь, чтобы не забыть об этом, чтобы больше не привлекаться к греховными действиями. Потому что природа рождения будет тоже иметь некую силу. Время от времени она будет заявлять о себе. Потому что мы родились в Италии, это не было очистительных церемоний до нашего рождения, не было должного образования, воспитания в семье, не было духовного образования. Сейчас мы начинаем эту практику с вами и получаем первое посвящение. Сегодня две также кандидатки у нас получают второе посвящение, уже инициированные, преданные Гаятри Мантру. То есть она позволяет уже приблизиться к божествам, к служению божествам, специально дается, собственно, для этого. И первое посвящение называется Харинама Дикша. Второе уже полное, законченное посвящение достигает Риманта. То есть именно для того, чтобы победить каму, необходимо получить Гаятри Мантру, чтобы ускорить этот процесс. Итак, таким образом, получив посвящение от истинного духовного учителя, человек сразу становится дважды рожденным. Движение сознания Кришны мы сначала даем ученику первую инициацию, вместе с ней право повторять Хари Кришна Махамантру. Регулярно повторяя Махамантру и следуя регулирующим принципам, человек приобретает качества, необходимые для брахманической инициации. Ибо того, кто не обладает качествами брахмана, нельзя допускать к поклонению Господу Вишну. Это называется Ягика Джанма. Например, ожидается, что человек готовый к инициации, рекомендуемый к инициации, кандидат, уже научился с стабильностью в своей практике, ежедневной практике. Так же, как мы с детства учились каждый день без напоминаний совершать свой туалет, омовение, приводить все в порядок. Это требует времени усвоить, что ум необходимо поддерживать в чистоте ежедневно, с утра пораньше. Каждый день, не пропуская исключений, нет. Это важный момент. Почему так строго? Это важный принцип, потому что майя может нас забрать обратно постепенно, не сразу. Маленькие уступки, еще маленькие уступки, постепенно майя увлекает в сторону. В течение многих лет, если мы будем неаккуратны в исполнении обетов, мы все равно уйдем на сознание Кришны. Майя нас заберет. Поэтому обет каждый день до конца своих дней поддерживает стабильную практику чистоты ума. И затем в
процессе воспевания святого имени после посвящения, когда даются некоторые преимущества, инициация дает некоторые преимущества практике йоги, то есть приходит как бы некая духовная сила, как вот знаете, есть электроприбор, который не подключен, есть электроприбор, который подключен к электричеству, есть разница. Так вот, веды говорят, человек без посвящения, он только выглядит человеком. Но с посвящением он уже начинает действовать как человек, вот с этого момента. Инициация – это начало уже, начало человеческого существования. То есть он может действовать согласно своим обетам, обещаниям, может быть твердым в своей дхарме, выполнении обязанностей. Это уже, как таковая человеческая жизнь. Животная жизнь спонтанна. Что хочу, то и делаю. Хочу – ем, хочу – сплю, я сам решаю все это. Это не цивилизованная жизнь. Поэтому первая инициация дает это преимущество встать на платформу дхармы, и дхарма защищает человека, дает ему силу. Затем в течение этой практики сердце очищается, и человек привыкает к чистоте, приучается к чистоте, которая является основой развития брахманических качеств. Чистая одежда, чистая речь, мысли тоже нужно хранить в чистоте, стараться избегать критического настроения, яда зависти. То есть чистота, она основа развития всех духовных качеств брахмана. И когда человек через какое-то время проявляет это терпение, это смирение, он смиряется перед материальной природой, не вступает в борьбу за существование, а он служит Кришне, он может получить второе посвящение Гаятри Мантру, которое призвано освободить быстрее человека от камы. Но ускоряет этот процесс, и она приближает его к Кришне. И предполагается, что после второго посвящения будет легче отличать материю и дух по этой причине. Поэтому он допускается на служение божествам человека по этой причине. Он не увидит там каменных изваяний, он увидит там Кришну. Таким образом, это помогает человеку служить Богу. У нас в обществе сознание Кришны тому, кто не имеет двух посвящений, первого дающего право повторять мантру Хари Кришна, и второго, позволяющий повторять мантру Гаятри, не разрешается заходить на кухню или в алтарную, или выполнять там соответствующие обязанности. Сейчас у вас божества установлены, очень ответственно для всей ятры. Стандарты здесь высокие, должные, поэтому необходимы браманы, чтобы служить божествам. Все, кто имеет браманические инициации, должны помогать поддерживать поклонение божествам, служение божествам. И также готовить на кухне – это именно право, прежде всего, брахману принадлежит. Пища – это второй очень важный фактор, который предлагается божествам, преданные его принимают. Но когда человек достигает уровня чистоты, необходимого для того, чтобы поклоняться божеству, его происхождение больше не имеет никакого значения. Получив брахманское посвящение, вы уже не должны думать, что мужчина или женщина, русский или американец, амич или Владивостокец или москвич, или сибиряк, должны отбросить все эти ложные представления. Также должны забыть о 2012 году. Можете сразу думать о 2013 году. То есть вы не имеете права приходить в беспокойство по всякому поводу в этом мире, беспокоить окружающих. Это право называется умиротворенный, шанта. Имеет браманические качества. Он должен быть счастлив. Хоть крыша на голову падает, он скажет Хари Кришна, и все в порядке. Это брахманическое посвящение. Вот такие люди имеют право служить божествам, потому что они ни от чего не зависят, ни от погоды, ни от здоровья, даже в момент смерти будут вспоминать Кришну. Это брахма называется. Вот такая ответственность, вот такая сила у них. Значит, никакого значения происхождения не имеет сотрудник инициации. Все, уже тело фактически считается духовным, потому что его обязанность исключительно духовный человек. Чандало пи виджа шрешто. Хари Бхакти Параяна, Хари Бхакти Вихина Ча, Двиджо Пишва, Швапача Тама. Стих очень важный, сильный. Человек, вставший на путь преданного служения Господу, становится лучшим из брахманов, даже если он родился в семье Чандала. С другой стороны, брахман, не занятый преданным служением, находится на одном уровне с собакоедами. Поэтому в этом стихе говорится, какой смысл получать эти посвящения, если человек не собирается служить Господу. Это то же самое, как лить священное масло топленое на дрова без огня. Или в залу уже потушенную. Бессмыслица все это.
должен гореть огонь. Огонь, значит, служение не должно прекращаться. Главное, в нашей практике это не посвящение, а служение. Посвящение помогает лишь нам служить. Главное – желание служить. Поэтому вот это желание поддерживается ежедневным воспеванием шестнадцати кругов мантры внимательно, соблюдением регулирующих принципов. Пока мы это делаем, мы не упадем до животного состояния, мы не вернемся к чувственным наслаждениям, не забудем смысл жизни. Это очень важное для нас наставление. И браманы особенно должны быть очень чистыми. Если человек достиг высокой ступени в преданном служении Господу, его происхождение не имеет значения, даже тот, кто родился в семье Чандала, очищается от материальной скверны. Так Шри Прохлад Махарадж говорил: «Браман, обладающий всеми браманическими качествами, но не желающий поклоняться Верховной Личности Бога, следует считать падшим. Но тот, кто неустанно служит Господу, достиг славы, даже если он родился в семье Чандала. Более того, такой Чандал может спасти не только себя, но и всех своих предков. В то же время чванливый браман, не занимающийся преданным служением, не способен спасти даже самого себя, не говоря уже о членах своей семьи. Поэтому очень важно служить в храме всем браманам. Мыть храм, мыть алтарь, служить божествам, готовить на кухне. Это браманическое занятие. Это не для шуток. Мыть полы в храме – это не для шуток. Это для браманов. Браман имеет квалификацию мыть полы в храме. Шудра не имеет квалификации полы мыть в храме. То есть то, что делается в храме, делают браманы. Поэтому обратите на это внимание, когда мы просто моем полы в храме или в алтаре, там наше сердце очищается, пробация. Это называется преданное служение. Никак иначе. Это право мы могли заслужить или не заслужить, и уже миллионы жизней где-то блуждать, и наконец у нас появляется право с вами здесь мыть полы в храме. Для божеств. Вот так. Вот такие обстоятельства. В то же время, да, в шастрах приводится немало примеров, когда браман становился кшатри, вайши, шудри, млечкой, то есть переставал быть браманом. Известно также немало случаев, когда кшатри, вайши и человек еще более низкого происхождения, получив 18 лет духовное посвящение, достигал уровня брамана. Поэтому Нарада Муни говорил: не следует думать, что человек, родившийся в семье брамана, обязательно является браманом. У него больше возможностей стать браманом, но считать его таковым можно лишь в том случае, если он обладает всеми браманическими качествами. С другой стороны, если браманические качества обнаруживает человек, родившийся шудрой, его без колебаний следует признать браманом. Подтверждение этому можно привести немало цитат из Бхагавата, Махабхараты, Бхарадваджа Самхиты, Панчарати и многих других священных писаний. Что же касается продолжительности жизни полубогов, то Господи Брахме, например, говорит следующее: Сахастра Юга Праянтам. Цикл из четырех юг длится 4 320 000 лет. Один день Брахмы в 1000 раз больше. И столько же длится его ночь. Брахма живет 100 лет, состоящих из таких дней и ночей. Слово «вибудхьяуша» указывает на то, что если человек не является преданным, его жизнь лишена всякого смысла, какой бы долгой она ни была. Живое существо – вечный слуга Верховного Господа. Поэтому пока человек не вступит на путь преданного служения, его долгая жизнь, знатное происхождение, великие достижения и все остальное не будет иметь никакой ценности. То есть долгая жизнь, не наделенная качествами, бесполезна и бессмысленна. Он говорит: браман – это качество, это качественная жизнь, это золото. Это не бронза, не ртуть, это золото. Итак, главное, что нужно понять, что мы становимся слугами Кришны, официально признанными после посвящения Дасы и Девидаси. И теперь, согласно традиции, мы вкратце расскажем о 10 оскорблениях, потому что преданные получают некоторые первые посвящения, Харинада Дикша. Чего нужно избегать, чтобы дойти до совершенства? Одной махамантры Харе Кришна достаточно для достижения совершенства. Махамантры не требуют никаких строгих правил. Где угодно можно повторять. Даже не имея специальной подготовки, или даже имея дефект речи,
или даже не понимает смысла этих слов, значения мантры, не имеет никакого значения никакие обстоятельства, ни происхождения, ни места, ни обстоятельства. Даже в туалете можно повторять Хари Кришна. Да. Чисто, нечисто, не имеет значения. Это маха-мантра, она абсолютно трансцендентна. И она очень легко возвышает человека до трансцендентного уровня. Но при одном условии, если человек избегает 10 оскорблений. 10 оскорблений мы быстро перечислим. Вайшнавы, в принципе, их знают хорошо. Но традиции мы должны вспомнить сейчас об этом. Это 10 причин, почему мы не можем достичь совершенства так быстро. Хотя этого можно достичь в одно мгновение. Шанс утверждает, что можно. Не вопрос времени. Это вопрос желания, силы желания. И первое оскорбление, когда человек желает не извлечь вкус святого имени, а критиковать окружающих. То есть он приходит с преданными общаться не для того, чтобы воспеваться, а для того, чтобы потом выносить свои суждения, кто как здесь себя ведет, кто как одевается, кто из себя что представляет, и кто как поет, и все остальное. Он обсуждает все эти достоинства, недостатки. Критиковать преданных или поносить особенно, это особенно тяжело. Преданные, которые посвятили свою жизнь воспеванию и распространению славы святого имени. Это тяжкая аппаратка, и духовная жизнь разрушается быстро под влиянием таких оскорблений, вкус уходит. Второе оскорбление, когда человек забывает о особом положении Кришны и Радхарани, особое положение Хари Кришна мантры, которое непосредственно представляет их. Хара — это энергия Радхарани. Она внутренняя для Кришны. И Кришна — это Кришна, Верховная Личность Бога. Ишвара, Парама, Кришна, только что повторяли, он источник всего сарва Карана, Каранам, он источник всех других татв, всевозможных живых веществ, других энергий, материальных, духовных. Он хам сорвался, пробовал так, сорвал, он сам об этом сказал Гите. Это передается по цепи преемственности. Если кто-то подумает, что не только имя Кришна, но и есть другие еще имена, которые можно повторять, он ошибется серьезным образом. Если вы находитесь в подножии вершины, очень трудно понять его высоту. Более близкие вершины, они кажутся иногда выше, чем та дальняя высокая. Так можно перепутать. Лишь тот, кто поднялся над вершину, знает, что она выше всех. Поэтому это знание получаем свыше, что Кришна выше всего. Нам снизу это нет, невозможно оценить. Но иногда может показаться на этом пути, что имена полубогов также возвышены, также могущественны, такие как Суна, Брама или Шива. Это будет серьезное заблуждение. Нет, имя Кришны превыше всего. Сарва, Карана, Карана. Третье оскорбление. Думать, что гуру — это обычный человек, и не подчиняться его указаниям. Иногда нет возможности выполнить наставление, но указания нужно хранить в сердце. Нельзя отказываться от наставления духовного учителя. Если нет возможности выполнить сейчас, мы храним это наставление, чтобы выполнить его, когда будет возможность. Прабхупада думал о своей проповеди всю свою жизнь, практически десятки лет, потому что наставление получил еще в молодости. На проповеди. И в 70 лет он это осуществил. Вот такое отношение нужно к духовному учителю. Такой пример. Четвертое оскорбление, когда преданные начинают критиковать священные писания. Ну, что касается людей, они все критикуют на свете. Священные писания, все на одном уровне. Но при этом нужно различать. Священные писания не критикуются, выражаются почтением. Даже когда они говорят что-то неприятное для нас. Не в угоду нашим чувствам, может быть, происходит. Даже когда они говорят трудно понимаемые вещи, нельзя критиковать священные писания, чтобы выражать почтение священных писаний. Пятое оскорбление – это попытка интерпретировать святое имя. То есть по-своему понимать значение святых имен. Ачарьи говорят очень важную, интересную вещь, могущественное наставление дают, что имя Кришны и сам Кришна одно и то же. Разницы нет. Вот очень важно так понимать святое имя. А если мы это объясняем по-другому, это пятое оскорбление. Интерпретировать на свой лад. Нельзя это связать просто с какой-то энергетикой, чем-то еще, с парапсихологией, с эзотерикой. Нет, Кришна нематериален вообще. Он вне, за пределами этого мира, этой вселенной, за пределами мышления. Он проявляет себя в имени, в его личной форме, в качествах, где они больше нигде. Здесь его больше нигде нет. Кришна не
остальной его энергии, но лично он в имени присутствует. Шестое оскорбление, когда преданные начинают думать, что вот эта слава Святого имени надумана, она преувеличена духовными учителями. Может, для того, чтобы просто больше привлечь людей к этому процессу. Такая некая рекламная кампания. Это шестое оскорбление. Седьмое оскорбление – совершать греховные поступки, надеясь на очистительную силу Святого имени. Оно же могущественное. Почему немножко не погрешить чуть-чуть? Почему не залить грязь, потом помыться и все? Почему нет? Вот таким же думаю, настроение, но отвратительно. То есть бывает, что мы падаем в грязь, такое случается, ненамеренным образом, это простится, то есть поднимется, омоется и пойдет дальше. Да. Апичет судра чаро. Иногда преданный что-то дурное может сделать в неволе, невольным образом. Но если он продолжает преданное служение, ненамеренным образом, то есть он раскаивается в этом, он остается садху, он остается чистым, признается чистым человеком. Но пользоваться этим нельзя, это оскорбление. Погрешил, покаялся, погрешил, покаялся, погрешил, покаялся. Восьмое оскорбление, когда человек думает, что процесс воспевания Хари Кришна мантры – это одно из благоприятных ритуальных действий, рекомендованное в разделе карма-канды, для того, чтобы улучшить свое материальное положение. Да, Махамантра, она же нам дает большие преимущества. Это можно использовать в материальном мире ради собственной выгоды. Карма-канда означает путь в рай. Все выше и выше материальное отношение. А наш интерес – духовный мир. Здесь Кришна. Ман-мана, пау, ман-бактова, матят, ман-маскру. Ан-майя, ваш, я сица, тя-мте, протяжене, приё, семе. То есть ты будешь жить со мной, будешь дорогим для меня. Вот это цель воспевания святых имен. Девятое оскорбление проповедуют неверующим, людям, которые не могут оценить все величие Святого имени. То есть нельзя давать посвящение, если имеется в виду. Можно привести к процессу, заинтересовав чем-то материальным, но посвящение дается только тогда, когда человек способен давать обеты, отказаться от греховных действий, тогда может посвящать Святое имя. Это таинство. В сердце он не сможет. Нельзя из сердца в сердце вкладывать тому, кто не посвящен. Сердце оставьте дома, когда вы общаетесь с материалистами, говорите. Десятое оскорбление. Сохранять материальные привязанности, даже зная об этом, уже и получив наставление. Держаться за них. Таким образом, прогресс весь затормаживается надолго. Здесь есть концепция собственника. Вот она опасна. От нее постепенно мы отказываемся в процессе, очищаемся. Я не обладаю здесь ничем. Мир, мама, ничто не мое. Такова концепция духовной жизни. Тогда мы чувствуем свободу передвижения. Тогда прогресс не имеет препятствий никаких. Тогда гуру легко может вести учеников за собой. И все эти оскорбления, они можно их избегать при помощи внимательного воспевания святых имен. Вот эти обеты означают, что теперь это главная наша обязанность воспевать свои 16 рубов минимум внимательно каждый день. Если остается время для чего-то еще, можно чем-то заняться. Но главное теперь именно воспевание святых имен. Хорошо. На этом остановимся и идем к яге. Читаем чатрам.